Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на интересные наушники. Данный бренд мы с вами уже рассматривали. Здесь еще больше технологий, еще круче звук, все как мы с вами любим. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование моделей данных наушников One More Piston Buds Pro. И это действительно интересные наушники как по технологиям, так и по внешнему виду. В комплекте у нас находятся сами наушники. Конечно же, есть инструкция дополнительно, плюс она доступна онлайн. А также у нас здесь есть кабель и амбушюры. Таким образом, их можно поменять и подобрать те, которые будут подходить наилучшим образом вам. Ну а кабель у нас для зарядки. Кейс компактный, по дизайну выполнен действительно интересно. Сверху такой легкий алюминий, внутри все у нас сидит максимально плотно, и наушники оттуда выскакивать никак не будут. Ну и по технологиям. Конечно, есть активное шумоподавление. Что касается технологий, то здесь полный фарш. Первое, у нас есть минимальная задержка для игры, то есть есть вот этот Low Latency Gaming Mode, он активируется Bluetooth 5.2, поддерживается кодеки AAC и SBC. В качестве чипсета выступает Airoha 1562AE и действительно может раскачать данные наушники по полной программе. Причем и быстрая зарядка тоже доступна. 5 минут зарядки, 1 час игры самих наушников, 30 часов с учетом кейса. Для особо притязательных пользователей есть эквалайзер. Он настраивается в приложении и 12 пресетов доступно с самого начала. Плюс звук настраивался профессионалами и позволяет вам раскачать 10-миллиметровые металлические динамические драйверы по полной программе. Про шумоподавление тоже никто не забыл. Активное шумоподавление на месте, причем у нас это все давит на 38 дБ, поэтому шум действительно не проходит. Забывайте, что они еще и вакуумные. Таким образом, получаем максимум по всем фронтам. И шумодав работает хорошо активный, и еще и дополнительно физическое шумоподавление присутствует. По посадке максимально все плотно, то есть из ушей они выскакивают не будут никак, потому как они достаточно маленькие, и на самом деле даже не важно, какого размера у вас уши. Если они супер миниатюрные, все равно сядут как влитые. Разные амбушюры помогут в этом, а сами по себе они достаточно миниатюрные и легкие. Ну и конечно, смотрится интересно, но главное — это звук. Любой формат музыки, любой абсолютно, здесь звук максимально универсальный. Причем с каждой новой моделью, на самом деле, у One More это становится все лучше и лучше. И сейчас за разумные деньги One More предлагает, ну, наверное, фактически талонный звук среди всех, кто, в общем-то, производит вот подобный формат наушников. По итогам, эти наушники действительно достойны самого пристального внимания. Они позволяют вам получить за разумные деньги высокое качество кейса, отличную сборку и, конечно же, непревзойденное качество звука. По звуку действительно здесь все индивидуально. Каждый будет выбирать для себя то или иное решение по разным характеристикам. Однако в этих наушниках звук очень сбалансированный и позволяет вам получить именно тот максимум, на который вы даже не рассчитываете с учетом цены. И это самый важный момент в моем понимании. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Ссылка. Ну и конечно, большие пальцы вверх ставим, на канал подписываемся, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой, нажимайте на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео, пишите свое мнение в комментариях, я постараюсь на все ответить. Проделайте это все вам не сложно, а для нас это огромная помощь в продвижении видео и канала в целом. Несколько дополнительных роликов сейчас перед вами, переходите, смотрите, много интересных технологий, гаджетов и всего того, что мы с вами так сильно любим.